Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Киров попал в топ-10 самого доступного арендного жилья. По подсчетам специалистов, российские семьи тратят на съем жилья от 14 до 35% своего дохода. В Кирове этот показатель один из самых низких по стране и составляет примерно 16%, при том, что в расчет брались не только региональные, но и районные центры. Самые дешевые съемные квартиры можно найти в Нижнем Тагиле. Средняя ставка на однокомнатное жилье там 8 200 рублей. На втором месте Пенза. Снять однушку там можно за 8700 рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает Стерлитамак. Квартира там дешевле, 7300, но зарплаты ниже, а значит и семейный бюджет меньше, сообщает Домлента.ру. Также в десятке лидеров Курск, Курган, Магнитогорск, Саранск, Киров, Вологда и Волжский. В Кирове съем однокомнатной квартиры обойдется 8,5-9 тысяч рублей. Средняя зарплата в регионе 24 700. Дайджест недвижимости. Помещение в доме Бехтерева сдают в аренду. Дом на Казанской, 65, который входит в список объектов культурного наследия, появился в числе зданий, выставленных администрацией города на аукционы, сообщает портал Айкиров. В аренду в доме Бехтерева сдают мастерские, расположенные в подвале здания, построенного еще до 1917 года. Срок аренды 5 лет, а начальный размер годовой ставки 130 тысяч рублей. Всего в октябре пройдет 2 аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества. Торги состоятся 3 и 10 октября. Всего за аренду 20 объектов администрация планирует получить около 4 300 000 рублей. Дайджест недвижимости. В Кирове разыскивают владельца гаража, из-за которого жители девятиэтажки остались без тепла и горячей воды. 112 квартир и библиотека Центра национальных культур, расположенная в доме номер 27 по улице Горького, стали заложниками незаконно построенного на теплотрассе гаража. На сети в этом районе возникла утечка. Место дефекта оказалось прямо под гаражом одного из местных жителей. Поиски владельца продолжаются уже почти неделю, но пока безуспешно. Управление по Ленинскому району Кирова пояснили, что если сегодня собственник гаража не объявится, то городские чиновники вместе с управляющей компанией, обслуживающей этот дом, будут принимать решение о демонтаже объекта. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.